Александр Агафонов. Дорогие друзья, ну как образовалось у нас новое движение, вот, но как принято, обычно какой-то девиз нужен. Я хочу предложить вашему вниманию вот, одну цитату, потому что я думаю, то гражданство, вот человек правильно сказал, как выйти гражданство, как принять гражданство. Это гражданство не то, но есть другое гражданство. Эту цитату произнес Николай Васильевич Гоголь. И звучит она так. Человек должен вспомнить, что он не материальная скотина, а высокий гражданин высокого небесного гражданства. Это Батальон говорит. Вдумались? Не очень. Не очень? Видимо, над этим стоит поразмышлять. А все мы люди. Все мы люди высокого небесного гражданства. Спасибо. Спасибо, господин Агафонов. Есть и философские вопросы, которые касаются гражданства, которые тоже стоит и нужно обсуждать для нашей, для успешной деятельности. Спасибо. Госпожа Соловьева.